Уроки. Я ребенком шла сюда, смотрела, здесь ли Леонид Михайлович и Леша, где они сегодня пишут. И если они писали здесь, то несколько часов я проводила вместе с ними, там подавая краски, портя, мешая, не давая им работать. Все это было очень интересно. Если же они были дома, я шла к тете Ляле домой, меня там кормили вкусно. Потом я шла к ним в мастерскую, и там также происходило потрясающее какое-то невероятное общение. Я вот хотела бы отметить Леонида Михайловича как человека, как большую личность, как необыкновенно доброго, мудрого, как человека, который видит в любом маленьком ребенке прежде всего создание Божие.